Новиков Михаил Иванович, командир мотострелкового взвода 1-го батальона 19-й механизированной бригады 1-го механизированного корпуса 37-й армии Степного фронта, старший сержант. Родился 19 октября 1921 года в городе Перми. В Красной армии с марта 1942 года. С августа и до победы над Германией сражался на Сталинградском, Степном, 2-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах. Принимал участие в обороне Сталинграда, освобождении Украины, Польши, разгроме врага на территории Германии. Дважды ранен. Звание Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая звезда» и ордена Ленина нашему земляку присвоено за отвагу и мужество, проявленные при форсировании Днепра, захвате и удержании плацдарма на правом берегу реки. После победы Михаил Стариков продолжил службу в армии в гарнизоне города Саратов.